Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Давайте приготовим очень вкусное, необыкновенное блюдо, которое любят абсолютно все. Это ребрышки. Сегодня будем готовить очень вкусные ребрышки в необычном маринаде. У меня здесь примерно 0,5 кило ребрышек, ну, может быть, чуть побольше, 600 грамм. Приготовим к ним маринад. Беру чайную ложку приправу для вкусных ребрышек. Добавляю 0,5 ложечки чайной сахара. Можно добавить тростниковый сахар, будет даже лучше. 1/2 чайной ложки соли. И 1/2 чайной ложки черного молотого перца. Чайную ложку сухого чеснока. Все хорошо перемешиваем. Натираем ребрышки подготовленной смесью. Обязательно с двух сторон. Добавляю немного оливкового масла. Прям вот так чуть-чуть поливаем ребрышки сверху. Оставляю ребрышки мариноваться. Желательно это сделать на ночь. Как только ребрышки замариновались, укладываю их на фольгу. Вот так вот поплотней друг к другу. Заворачиваем все плотно в фольгу и отправляем в духовку примерно где-то на 1,5 часа, 180 градусов. Пока запекаются ребрышки, приготовим намазку для них. Беру 3 столовые ложки соевого соуса. Две столовые ложки бальзамика. Три столовые ложки вашего любимого кетчупа. Можно взять любого, кто любит поострее, берите кетчуп чили. Кто любит послаще, какой-нибудь сладкий кетчуп. Можно взять барбекю, либо просто обычный томатный. Добавляю 3 зубчика свежего чеснока. И 1 столовую ложку меда, либо 1 чайную ложку такую с горочкой с сахаром. Все хорошо перемешиваем и даем соусу настояться, а сахару растаять. Прошло 1,5 часа. Я все раскрываю. Смазываем ребрышки подготовленным соусом. Прям так пожирней. И отправляю еще на 10 минут в духовку. Вот такая красота получается. Через 10 минут достаем, переворачиваем, смазываем, ставим опять на 10 минут. Так можно повторять до 3 раз. Сервируем ребрышки на листья салата и подаем к столу. Вкусные ароматные ребрышки – настоящая замена шашлыку на любой праздник. Попробуйте так приготовить. Это очень простой и легкий рецепт, который понравится абсолютно всем. И кому понравится рецепт, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте новые, интересные, простые, доступные рецепты вместе со мной. Всем огромное спасибо, до свидания и до новых вкусных рецептов!